Чемпионату нужны волонтеры. Ивановцы живо откликнулись на всероссийский призыв стать частью команды мировых футбольных состязаний. Отбирают сразу для двух соревнований. Кубка конфедерации, он пройдет в следующем году, и, собственно, чемпионата мира 2018 года. Особых ограничений нет, отмечают специалисты столичного волонтерского центра. Ни гендерных, ни возрастных. Опыт тоже значения не имеет. Никаких преференций для волонтеров Олимпийских игр не будет. Кастинг проходит в несколько этапов. Первый этап – это регистрация на портале ru.fifa.com. После того, как волонтер регистрируется, если он проходит регистрацию успешно, ему приходит в личный кабинет ссылки на онлайн-тестирование, на тесты на способности, на личностные качества, а также тест на знание английского языка. Следующий этап очный пройдет в форме собеседования. Там организаторы также будут проверять уровень английского языка соискателей. Чемпионат пройдет в 11 городах страны. Волонтеров же отбирают во всех субъектах. В итоге их останется 15 тысяч на 2018 год и 5 тысяч на Кубок Конфедерации. Там нужно быть стрессоустойчивым, потому что возникает много каких-то очень сложных ситуаций, и нужно быстро как-то ориентироваться и справляться с этим стрессом. И бывает тоже, когда люди бывают разные, и не все тебе могут понравиться, ты должен быть лоялен ко всем. На информационную встречу в областном центре собрались чуть больше 80 человек, в основном студенты. Всех интересовало, чем волонтеры будут заниматься в течение чемпионата. Отдыхать времени точно не будет. В течение месяца, договор заключается не меньше, чем на 20 рабочих смен, ребята будут помогать зрителям при рассадке на стадионах, информировать о том, что где происходит, и всячески создавать атмосферу праздника для болельщиков. Это огромный опыт. Во-первых, мы учимся общаться с людьми не только своей страны, но и с другими. Мы учимся помогать другим, мы учимся быть отзывчивыми, и, наверное, это самое главное. Со своей стороны организаторы обещают бесплатный проезд по городу, в котором придется работать, обучение, питание, экипировку. Ну и, конечно, массу приятных впечатлений. Заявок, отмечают они, на серверы обрушивается целый шквал. Стать частью всемирного события мечтают тысячи людей. Сколько из них будут ивановцами, пока неизвестно. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.